Мезофильный лугово-степной вид. Обычен в лесной, лесостепной и степной зонах. Южнее обитает в интразональных биотопах, по долинам рек и в горах. Встречается в культурной оазисной полосе. Самки устраивают многоячейковые гнезда в плотном грунте и запасают в них для своего потомства парализованных долгоносиков. Длина тела самок 9-12 мм, самцов 8-10 мм. Тело довольно стройное, черное, с более-менее развитым светлым рисунком. Гнездятся в плотном грунте. Чаще всего выбирают открытые горизонтальные участки, хотя могут устраивать норки на обрывах и крутых склонах. Часто образуют крупные скопления. Ходы для гнезда роют сами, но иногда для начальной части гнезда используют норки других насекомых или естественные углубления в земле. Добыча – долгоносики. Охотятся осы на растения, в местах питания жертв или в их укрытии. Свою жертву осы хватают жвалами и ногами сверху, со стороны спины, подгибают брюшко и жалят, а затем проводят малаксацию. Жуки после парализации впадают в глубокий паралич и не подают признаков жизни. Во время охоты вход в гнездо остается открытым, но в глубине главного хода всегда имеется некоторое количество земли, образующей более или менее плотную пробку. Перед первым вылетом на охоту оса совершает ориентировочный полет над гнездом в виде нескольких кругов или полукругов со всеувеличивающимся радиусом и высотой. Парализованную добычу осы переносят к гнезду на лету, держа ее ногами и жвалами или только ногами, редко только жвалами, головой вперед или вентральной стороной вверх. В гнездо оса с добычей проникает сразу, не останавливаясь. Добыча перед помещением в ячейку накапливается в главной норке, обычно в землевном завале, расположенном в нижней или средней части норки, или в специальном расширении ее. Перед помещением в ячейку добыча тщательно очищается. В ячейку помещается около десятка жуков. Яйцо откладывается на самый верхний экземпляр. После откладки яйца оса закрывает вход в ячейку, плотно заполняет боковой ход, идущий к ячейке, землей. Главный ход после завершения всех работ также заполняется землей, а холмик у входа разравнивается осой с помощью передних ног. Однако у большинства ос гнездовая деятельность не доходит до этой стадии, поскольку самки за жизнь строят только одно гнездо, и погибшую самку чаще всего можно найти во входной части гнезда. Стадия яйца длится 3-4 дня. Питание личинки продолжается 6-15 дней, после завершения которого личинка плетет шелковый желтовато-коричневый кокон, обычно покрытый остатками добычи. Копуляция происходит на участках гнездования самок, но иногда и на цветках растений, в местах питания ос. Подкарауливая самку, самец сидит на каком-либо предмете, направив усик вперед и в стороны.
попытках копуляции самец бросается на самку с расстояния около 5 сантиметров. Хватает передними ногами за шею, средними за грудь, впереди крыльев. Быстро постукивает усиками по усикам самки и подгибает свое брюшко под брюшко самки. Взрослые осы питаются нектаром цветков и падью. Утром самки обычно занимаются рытьем норок, в середине дня охотятся, иногда наоборот, но к вечеру прячутся в норке и здесь ночуют. Самцы ночуют в норках, в земле и других подобных укрытиях, или даже в полостях растений.